Привет, друзья! Спасибо, что вы здесь. Сегодня мы отправимся в одно из самых захватывающих путешествий, которое только может предложить человечество, к Марсу. Это путешествие не только научное, но и философское. Я хочу, чтобы мы отвлеклись от повседневных проблем, на мгновение задумались о будущем человечества и просто помечтали о том, что ждет нас на Красной планете. Для меня это очень важно, чтобы мы вместе, хотя бы на несколько минут, почувствовали красоту нашего мира и того, что нас окружает. Если вы готовы, то запускаем двигатели на полную мощность и отправляемся в путешествие прямо сейчас. Марс был объектом мечтаний и исследований для многих поколений ученых и фантастов. С древних времен люди стремились понять, что скрывает эта красная планета. И вот, благодаря новым технологиям, мы наконец-то приблизились к разгадке ее тайн. С момента первого марсохода, Curiosity, который приземлился на Марсе в 2012 году, мы начали получать невероятные данные, которые меняют наше представление о планете. Эти кадры стали поворотным моментом. Мы увидели, как наша мечта становилась реальностью. Мы не просто говорили о Марсе, мы уже были там. Марс – это планета, которая в какой-то момент была похожа на Землю. Здесь есть величественные горы, такие как Олимп, высотой 21 километр, в три раза выше, чем Эверест. А каньон Маринер – это гигантское ущелье, которое простирается на 4000 километров. Существуют доказательства, что когда-то на Марсе были океаны, реки и, возможно, жизнь. Но что же произошло? Почему планета потеряла свою атмосферу? Из-за утраты атмосферы и воды Марс стал пустынным миром. Пылевые бури, которые бушуют здесь, могут длиться месяцами, и они лишь напоминают нам о том, что планета пережила. Но все не так уж и безнадежно. Мы уже нашли признаки того, что Марс был пригоден для жизни. И сегодня, с помощью марсоходов, мы продолжаем искать ответы. Под поверхностью Марса мы обнаружили ледяные запасы. В этих подземных водоемах может скрываться жизнь, которую мы еще не нашли. Может быть, она в виде бактерий или микроскопических существ. Современные миссии, такие как Персеверан, активно исследуют марсианский грунт, пытаясь найти органические вещества. И хотя это не доказывает наличие жизни, мы на пути к пониманию, была ли она здесь. Это исследование не просто шаг в сторону поиска жизни. Это ключ к разгадке того, как планеты становятся пригодными для существования. Кто знает, может, Марс – это не конец, а начало новой эры. Колонизация Марса – это не фантазия, а реальность, к которой мы приближаемся. Уже сегодня с помощью таких технологий, как SpaceX и Starship, мы можем отправиться туда. И это только начало. Наши первые колонии на Марсе будут автономными. Мы будем использовать ресурсы, которые есть на месте, чтобы строить инфраструктуру для будущих поколений. Терраформирование Марса – это не мечта, это возможный путь. Мы можем изменить атмосферу, создать условия для жизни. Возможно, спустя несколько столетий Марс станет новым домом для человечества. Представьте себе будущее, когда на Марсе появятся первые города. Мы сможем дышать марсианским воздухом, выращивать растения в стеклянных куполах и жить в гармонии с этим миром, который когда-то казался недостижимым. А вот и первые шаги марсиан. Наши дети растут в этих новых условиях, исследуя красные просторы и играя в парках, созданных в подземных городах. И хотя воздух здесь еще не такой, как на Земле, технологии позволяют нам создать идеальные условия для жизни. Человечество научилось адаптироваться и жить в условиях Марса. Мы начали выращивать пищу, используя марсианский грунт, создавая системы замкнутого цикла. Мы стали частью этой планеты, а планета стала частью нас. И вот, в далеком будущем, мы уже не просто колонизируем Марс, а создаем новые горизонты для следующего поколения. Мы на пороге того, чтобы стать гражданами не только Земли, но и всей Солнечной системы.
Будущее не за горами. Возможно, когда-нибудь вы тоже будете смотреть на Марс с Земли и думать: «Я был частью этого путешествия». Спасибо, что были с нами. Это было невероятное путешествие, и я надеюсь, что мы вместе продолжим исследовать эту величайшую тайну – космос. Не забудьте подписаться и ставить лайк, чтобы не пропустить новые открытия. До скорых встреч, друзья!